Пожарные Зырянки оставили послание своим потомкам. В честь 200-летия пожарной службы региона в музее прошла церемония передачи капсулы времени. Она стилизована под огнетушитель, а поместили в нее пожелания будущим поколениям. Открыть капсулу планируют ровно через 30 лет в 2047 году. В Зырянском музее состоялась торжественная передача капсулы времени отряда противопожарной службы Верхнеколымского района своим потомкам. Товарищ начальник отряда, капсула времени для закладки прибыла. Начальник караула Першин. 29 декабря Якутия отмечает 200-летие образования пожарной охраны. Зырянская пожарная часть также скоро отметит свой 60-летний юбилей. Приказ о ее создании датируется 1967 годом. Именно этим событием работники пожарной службы и посвятили закладку капсулы. Спасибо. Капсула времени от противопожарного отряда по Верхнеколымскому району номер 13 принята. В капсулу поместили информационные носители и пожелания для будущего поколения района. Хранится она будет в Зырянском краеведческом музее и откроют ее ровно через 30 лет, в 2047 году. Но не хотелось закапывать, не хотелось ее в бетон. А именно нам подумалось о том, чтобы эту капсулу видели все. И 30 лет эта капсула, чтобы находилась на виду. И, по крайней мере, это первая капсула в Зырянке и также и в районе. И посмотрим, кто следующий. Евгений Беляев, Александра Данилова, Верхнеколымский филиал, Зырянка.